Следующий вопрос от Оли. А вы сами пишете книги, а что любите читать? Люблю читать? Да. Книги. Какие книги? Каких писателей, какие жанры больше интересуют? Люблю Голдинга. Уильяма Голдинга люблю с юности. И читаю, и перечитываю его с большим удовольствием. Нравится Мураками. Но нравится тогда, когда есть время на книгу, и ты никуда не торопишься, и ты просто плывешь по волнам текста, который тебе предлагает писатель. Нравится Мисима таким внутренним бунтарством. Нравится Акутагава. Да, я вообще люблю восточную и, в частности, японскую прозу. Следующий вопрос от Анны в продолжении предыдущего. Хотелось бы узнать о вас не только как о журналисте, но и как о человеке. Что любите есть, какую музыку слушаете и какие фильмы предпочитаете? Я ем все, на самом деле. Любимое? Ем все. Предпочтений нет. Знаете, очень, очень люблю колбасу, честно говоря. Такой колбасы, как у нас, в странах Ближнего Востока не бывает. В странах Дальнего тоже. Вот когда приезжаешь из дальней командировки, очень приятно взять и нарезать вот эти вот кругляшки и кусочки ароматно пахнущей украинской колбасы и положить их на черный хлеб. А еще немножко хрена. Это просто изумительное блюдо. Вот. Но на самом деле ем все. Предпочтение музыки? Музыка. Ну, я слушаю любую хорошую музыку. Могу слушать. В детстве очень увлекался, конечно же, хард-роком, конечно. Вот. Сейчас слушаю любую. С удовольствием слушаю классику, с удовольствием слушаю Бетховена и Генделя. Иногда New Age, но New Age под настроение. Даже мне сложно вычленить какого-либо исполнителя, который мне нравится. Вот я включаю музыку, мне не нравится, я ее не слушаю. Вот. Прошу прощения. Алло. Настасья, конечно. Конечно. Я выезжаю на вокзал, как только заканчиваю веб-конференцию. Все. Все, целую. Осторожно там, пожалуйста. Это дочка. Приезжает дочка сегодня, надо ее срочно-срочно встретить. А фильмы? Какие фильмы предпочитаете? Как насчет боевиков, журналистов, горячих точек? Боевики смотрю как сопровождение. Вот знаете, как недавно посмотрел два американских фильма. Один у нас прошел как «Повелитель бури», а второй как «Зеленая зона». Вот фильмы об Ираке. На самом деле, я вот отмечаю такую любопытную штуку, что в плане изображения фактуры эти фильмы, они особенно четки в деталях. Пыль на улицах, автомобили, одежда, оружие, обстановка, даже вот фактура кадра, да, немножко желтоватая картинка, она передает вот то восприятие Ближнего Востока, визуальное восприятие, твое восприятие Ближнего Востока. А что касается взаимоотношений, ты, ну, вот чувствуешь некую фальшь, некую игру, некую неправду, да, некую демонизацию тех людей, которые говорят по-арабски. Есть, присутствует это в американском кино все-таки. Хотя, ну, я опять же, я не могу сказать, что какой из фильмов вот в последнее время отснятых произвел на меня большое впечатление. Хотя могу, кажется, могу. Случайно попал в кинотеатр, пошел посмотреть «Девятый округ» Нейла Блукампа. И фильм меня поразил. Я никогда не думал, что я могу сопереживать каким-то компьютерным созданием на экране. Сопереживать вот почти с ощущением такого внутреннего катарсиса. Да, и бывают такие фильмы, которые заставляют тебя задуматься над тем, а вообще человек ли ты, да, и в каких ситуациях ты ведешь себя по-человечески. Проявляешь гуманизм и проявляешь сочувствие к другим существам.
Вот, ну вот, пожалуй, вот так. Следующий вопрос от Игоря. Журналисты часто идут в политику, а вы в депутаты не хотите? Нет, не хочу. Я думаю, что как журналист я смогу сделать больше, чем любой депутат. И самое главное, политика требует гибкости. Политика требует делать шаг вперед, потом два шага назад. И это объективно. Это среда, которая требует подобного алгоритма действия. Я человек очень прямолинейный, мне нравится двигаться вперед. И поэтому в политике я бы чувствовал себя, наверное, как слон в посудной лавке. Галина спрашивает, Андрей, вы занимаетесь спортом? Важна ли в вашей работе физическая подготовка? Да, раньше я активно занимался спортом, сейчас стараюсь поддерживать форму. Конечно же, важна физическая форма, потому что бывают такие командировки, в которых ты значительную часть расстояний проходишь пешком, с рюкзаком, с техникой. И если бы я не был минимально физически подготовлен, то, конечно же, все бы это было мне не под силу. Ну и потом бывают такие моменты, когда тебе нужно, скажем, несколько суток не поспать или спать 2-3 часа в сутки. Вот. К этому тоже нужно быть готовым и быть в хорошей форме для того, чтобы переносить такие усталостные нагрузки. Далее Ольга спрашивает, предположим, вам дают час в неделю прайма на Интере, и бюджет нормальный, и есть около месяца до запуска. Что это будет за передача? Это предложение? На самом деле я бы запустил качественную, высококачественную программу журналистских расследований. Я считаю, это то, что Украине необходимо и зрителю необходимо. И вот обратите внимание, когда уровень жизни в стране немножко падает, людям становятся интересны программы о проблемах, да, о проблемах внутри страны и о решении этих проблем. Когда уровень жизни немножко повышается, людям хочется развлекательного телевидения. Вот у нас сейчас ситуация такая, мы как бы еще не совсем вышли из кризиса, да, и людям нужны программы, которые могут каким-то образом повлиять на улучшение их жизни. Но интересные программы, не просто анализ каких-то событий, не просто голое изложение фактов, а действительно программы, которые цепляли бы зрителя своими историями и решением тех проблем, о которых рассказывают эти истории. Мне кажется, что программа журналистских расследований пошла бы у нас на Интере. И я бы с удовольствием делал такую программу. Будем надеяться, что вас услышат ваше руководство. Ну, это не обязательно. Руководство должно принимать... Руководство смотрит на ситуацию глобально. Руководство смотрит на ситуацию с точки зрения крупного телевизионного бизнеса. Мне очень сложно стать на эту точку зрения, потому что у меня есть свой репортерский сектор работы, и эту работу я делаю лучше всего. Вопрос от Руслана. Немножко критичный вопрос. Хорошо. Известно, что вы побывали во многих горячих точках. При Интере создана школа журналистики. Вы будете читать там лекции о якобы отснятом вашем видео из гущи событий, которые покупали у иностранных коллег, и о том, как на ходу придумывали страсти об украинских миротворцах в Африке, даже не пообщавшись с ними. Расскажите, как вам живется с этой брехней? Так, интересно. Вы знаете, мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что в вопросе заложены сразу же масса ответов. Если вы видели наши программы, если вы читали тексты, хотя бы тексты сюжетов, то увидите, что на самом деле в Африке мы были много раз, и с миротворцами нашими общались неоднократно в различных африканских странах. Ну а что касается материалов в Интершколе, да, там, кажется, прозвучало в Интершколе. Ну, не знаю, о том, что я буду читать что-то в Интершколе,
о том, что я буду читать что-то в интершколе, я вот впервые узнаю от вас. Если вы хотите узнать поподробнее о том, что мы делали в Африке и что мы снимали, может быть, хотите посмотреть наши материалы, вы можете обратиться в национальные информационные системы, это новостейная структура Интера, и пообщаться или со мной, или с главным редактором, в этом нет особых проблем. Мы можем пообщаться и без веб-камеры, и напрямую. Вот. Поэтому живется мне так, как и жилось раньше. Живется хорошо. Я чувствую, что я делаю нужное дело, чувствую себя в профессии на своем месте и не вижу поводов для того, чтобы моя совесть была неспокойной. Вопрос от Гликерии. Вы изучаете обычаи страны, в которую отправляетесь, что помогает находить общий язык с местными жителями, и приходилось ли вам давать взятки, чтобы снять что-то? Ну, начну с финала. Я бы не назвал это взятки, но давать приходилось. Потому что люди в бедных странах, они обычно находятся в такой ситуации, что, ну, знаете, иногда чувствую, что надо давать. Ты приезжаешь из страны, ну, по крайней мере, более зажиточной. Ты приехал, пусть даже в горячую точку на несколько дней или недель, ты приехал сюда, и ты уедешь в свою спокойную, относительно спокойную страну. А люди живут в состоянии постоянного конфликта и постоянной угрозы для